У ясний погожий день 3 жовтня у молодому парку «Мрія», що в районі саду, пройшов осінній благодійний ярмарок, організатором якого виступили йога-студія «Рівновага» та благодійний фонд «Слов'янська мрія». Взагалі, як би, це традиція в Слов'янську, це купеческий город, і тут завжди проходили ярмарки. И чтобы привлечь больше людей к скверу мечты, то есть люди, чтобы увидели, потому что люди живут и не видят, что такое шикарное зеленое место есть в центре города Славянска, которое нужно сохранить и сделать еще краше, еще лучше, еще красивее. Мы решили создать осеннюю ярмарку, чтобы она была не только осенняя, но и весенняя. Взагалі, щоб ці ярмарки проходили постійно. До участі в ярмарку запросили майстрів хендмейду, кераміків, художників і фермерів Слов'янська та району. Відвідувачів чекала випічка, виготовлена за оригінальними рецептами, сувеніри ручної роботи, вироби з бісеру, паперу і скла, іграшки, картини і, звичайно, садово-городні досягнення місцевих фермерів. Кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі з гончарства. Ну, я думаю, часть денег, которых я здесь, ну, я беру небольшие деньги, просто так, чтобы каждый смог поучаствовать. И я хотел бы часть этих денег передать на развитие этого парка. Я давно наблюдаю, мои друзья, многие участвуют в этом, в организации этой. В устройстві цього парку я хочу теж поучаствувати, якби немножко. Напередодні свята організатори вкотре навели порядок у парку «Мрії». Прибрали сухості та сміття, покусили траву. Для створення гарного настрою присутніх на ярмарок запросили ведичний клуб із Одеси, учасники якого заводили натовп веселими хороводами. Люди вообще забыли, что такое ярмарка, что нужно встречаться вообще, общаться и просто встретиться и прогуляться по зеленой зоне, которая у нас осталась еще в городе Славянске. Слава Богу, мы поубирали, вычистили, и теперь здесь чисто, красиво, и надеемся, что каждый год будем собирать здесь, ну, всех желающих, кто хочет показать, кто что умеет. Поряд у кав'ярні для дітей-інвалідів пройшов благодійний концерт за участю творчих колективів Слов'янської школи мистецтв та Центру дитячої та юнацької творчості. По завершенню 67 членів Асоціації захисту дітей-інвалідів отримали солодкі подарунки та набори постільної білизни від голови регіональної партійної організації Аграрної партії України Дмитра Казацького. На протяжении многих лет помогают детям-инвалидам, и помогали нашим детям, и оплачивали операции, и люди, которые быстро откликаются на зов о помощи, и которые услышали детскую просьбу, откликнулись на нее, потому что мы идем, наши дети очень нуждаются в лекарственных препаратах, наши дети нуждаются в постельных принадлежностях, памперсах, наши дети хотят кушать, они пережили вместе со взрослыми войну. Детки, наверное, видят, что что-то делается для них, они хотят жить от этого, потому что очень многие люди отчаиваются, когда болеют. Я думаю, что это очень хорошо, когда они не сидят дома, а куда-то выходят, общаются с другими детками, с другими людьми, и это очень здорово. Свято пройшло яскраво, весело та змістовно. Всі зібрані кошти на ярмарку, за словами організаторів, підуть на відновлення та благоустрій парку «Мрії». Тим більше перший масштабний захід показав, чого саме тут не вистачає. Следующая мечта наша на весну, то есть нам нужна здесь сцена, чтобы проходили такие мероприятия организованно, с комфортом для танцующих и с комфортом для смотрящих. Но очень хочется верить в то, что вот этот вот сквер все же будет любимым уголком отдыха наших горожан. Пусть привыкает к тому, и наш город очень хороший. И если посадишь ты и ты, все вместе сделаем наш город самым красивым. Он у нас лучший. С праздником тебя, сквер мечты.